В Еврокомиссии не разделяют уверенности датских властей в том, что в Сирии стало безопасно. Ранее в Копенгагене объявили, что 94 беженца из Сирии могут возвращаться к себе домой, в Дамаск и его окрестности, поскольку там боевые действия прекратились уже несколько лет назад. Но в Брюсселе считают, что этот шаг не обоснован. Дания сейчас не должна никого заставлять вернуться в Сирию. Мы рассматриваем этот вопрос, и мы будем говорить со всеми, кто считает, что время вернуться настало. Поскольку, я повторяю, возвращение должно быть добровольным, безопасным и достойным. А в Сирии пока условия для этого отсутствуют. Власти Дании лишили беженцев вида на жительство и отправляют их в депортационный лагерь. Однако на практике вернуть сирийцев домой непросто. Или решение должно быть добровольным, но беженцы не стремятся к этому. Либо с Дамаском должно быть заключено соглашение о репатриации. А на это не хотят идти уже сами датские политики.